Спектакли в 15-м лицее – большая школьная традиция, которая уже 22 года. У старшеклассников, которые никогда не занимались творчеством и актерским мастерством, есть возможность получить яркую роль в спектакле. Достаточно проявить упорство и быть готовым много работать. Я сегодня играла роль баронессы Якобины фон Дуттен. Это очень сильная, волевая женщина, независимая. Она готова бороться не только за себя, но и за свою семью. Конечно, это отрицательный персонаж, тем не менее он мне очень нравится, потому что он очень харизматичный. Серьезные олимпиадники, победители научных конкурсов перевоплощаются на сцене в совершенно других людей. Для зрителей, учителей и учеников 15-го лицея эти ребята стали удивительным открытием. Труд и несомненный талант каждого актера сделали этот спектакль интересным для просмотра. Работать мы начали над ним с осени в связи с сложившейся ситуацией. Обычно мы премьеры выдавали перед Новым годом, но здесь, так как очень медленно работа шла, по два человека, по три человека, то, сами понимаете, растянулись наши сроки, и мы смогли сделать подарок только педагогам к 8 марта. Также в преддверии Международного женского дня грамотами Департамента образования и главы города наградили педагогов 15-го лицея за многолетний добросовестный труд. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.